На этом видео Перчику именно так ласково назвали погибшего хаски всего несколько месяцев. Добрый и ласковый, неоднократный призер собачьих выставок. Таким пес запомнился почти всем жителям поселка Тунышно Ярославского района. В прошлую пятницу хозяйка нашла четвероногого друга повешенным в вольере. Собаку кто-то жестоко избил и задушил веревкой. Здесь же темно вечером, ни фонарей, ничего. Смотрю, цепь лежит. Я Перчик, тишина. Думаю, он бежал, значит. Потом телефоном-то посветила. Ну все, в общем, чуть рядом не леглась. Рядом с собакой Наталья Макурина обнаружила трех мертвых куриц. Домашних птиц задушила ее собака. В вольере Перчик находился только днем, когда хозяйка была на работе. Раньше пес из него выбирался и бегал по дворам. После того, как собака несколько раз убегала, Наталья стала оставлять своего питомца в вольере вот на этой цепи. Кроме того, дверь вольера всегда была плотно закрыта и затянута вот в этом месте проволокой. Как в тот день пес смог выбраться отсюда, непонятно. Оказавшись на свободе, уже в соседнем дворе пес набросился на куриц, как рассказывает Наталья Макурина. Их хозяев это привело в бешенство. Они стали гонять собаку, кто-то бегал даже с травматическим пистолетом. Зажали они его у подъезда у моего, то есть он к дому подбежал, видимо, спасение или как-то искал. Вот мужчина, который устроил облаву, а вот и курицы свободно гуляют по двору. Ни ограды, ни заборчика. Михаил Васильевич считает это нормальным. Поселок все-таки. Мужчина не отрицает, да, бегал, ведь курицы родные, но собаку не бил и уж тем более не душил. Впрочем, вопросы надоедают ему быстро. Ольга Лизунова более разговорчива. Она говорит то же, что и Васильев. Ловила, но пальцем не тронула. Ее куриц среди загрызенных Перчиком не оказалось. Женщина тут же вспоминает. Собака растерзала ее гуся. Тогда она простила Наталью Макурину за 1500 рублей. Собака мне не помешала. Она помешала тем, что она все таскает кур. То есть нас ставит на убыток. Ведь представьте, пенсионеры, кого держат? Ладно, у меня еще сила есть, я держу свою жилать. А кто-то бабушки, дедушки, они держат только курицы. В интернете история со смертью собаки вызвала большой резонанс. Появились слухи, что это далеко не единственный случай в поселке Тунышно. Сегодня жители собираются на народный сход, чтобы высказать Ольге Лизуновой и Михаилу Васильеву все, что они думают. Кроме того, люди надеются, что на вопиющий случай отреагируют местные администрации и правоохранительных органов. А сама Наталья Макурина собирается идти в суд. Поддерживают ее и защитники животных, требующие для убийства собаки сурового наказания.